Музыка от А до Я. Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей постоянной рубрике «Музыка от А до Я» мы хотим познакомить вас с молодой, но уже очень перспективной донецкой рок-группой «Аллергия». Попытки дать определение стилю, в котором работают музыканты, чаще всего приходится делать самим журналистам, поскольку ребята неизменно отказываются этим заниматься. Пожалуй, с большой натяжкой можно отнести их стиль к модному нынче течению рок-попс. Иногда это довольно тяжелая музыка, иногда она буквально нафарширована электроникой. Электроника и мелодичные мотивы органично переплетаются у аллергийцев с тяжелыми гитарными рифами, что в сочетании с характерным соло фронтмена Романа Асыки делает музыку группы не похожей ни на какую другую. Ты меня забываешь, меня убиваешь, меня ты бросаешь, но дело не в том. Ты видишь, как люди попрятались снова на остановках под сильным дождем. До завтра! Ни в чем утешения, и рушатся планы. Мне нужно добиться, но только чего? И все в сером цвете, и кто-то заметит, как грустно и больно мне без нее. До завтра, до завтра, до завтра. Может быть, еще пора.
планеты и звезды мне что-то подскажут. Прошу, ну давай все сначала начнем. В твоих руках розы, в моих глазах слезы. И снова я мокну под сильным дождем. До завтра, до завтра, до завтра. Может быть, еще подождем. До завтра, до завтра, до завтра. Может быть, мы будем вдвоем. До завтра, до завтра. Группа «Аллергия» образовалась в 1993 году на базе неформального донецкого рок-объединения «Юг». Начиналось все, как и у большинства рокеров того времени. Немногочисленные выступления в залах области, репетиционная база на чердаке девятиэтажного дома, полное отсутствие денег на запись в студии. Репетиции на чердаке часто заканчивались тем, что кто-то из жителей вызывал милицию. Тогда все это вызывало смех, сегодня ностальгические воспоминания. Просуществовав несколько лет, группа на время распалась. Пришло время службы в армии, появились семьи, дети. Реанимация «Аллергии» произошла весной 2005 года, когда встретились идейные вдохновители группы Евгений Юнченко и Роман Гнаевой. После долгих обсуждений было решено возродить «Аллергию» и заняться ей на сей раз серьезно, о чем был поставлен в известность бессменный солист Роман Осыка. Через пару месяцев в группу пришел Артем Кузнецов, внесший много интересного в творчество коллектива. Наступило время десятков часов репетиций, пения под акустику, попыток вспомнить старые тексты. Появляются и новые песни. Группа выходит на качественно новый уровень. Чердачно-подвальная молодость остается позади. Было принято решение на сей раз заниматься творчеством не для удовлетворения своих юношеских амбиций. «Аллергия» ставит перед собой очень серьезные цели и задачи, которые должны реализоваться в течение нескольких лет. Начинаются записи на профессиональных студиях Донецка, песни приобретают качественное звучание. Аранжировкам и записи уделяются серьезное внимание. На сегодняшний день в активе группы уже несколько десятков песен, лучшие из которых вошли в три альбома. Примечательно, что в 2005 году коллектив начинал свое творчество как панк-группа, а тексты их песен не всегда отличались, скажем так, литературностью. Тогда уже у «Аллергии» появились и первые поклонники, а некоторые из песен попадали в различные сборники, где соседствовали с работами маститых и известных в мире рока групп. Сберегли мы всех своих друзей. Любовь.
сами музыканты «Аллергии» считают лучшим на сегодняшний день своим детищем альбом «Дороги и ветра», демонстрирующий определенную творческую зрелость музыканта. На сегодняшний день в составе группы разноплановые музыканты. Солист Роман Асыка, гитаристы Андрей Зайцев, Максим Редько, Богдан Марченко, бас-гитарист Неджат Абилов, ударник Евгений Лихолай и, конечно же, ангелы-хранители группы Роман Гнаевой и Евгений Юнченко. Большинство своих песен участники группы считают плодами коллективного творчества. Мнение каждого из членов коллектива учитывается в работе. Примечательно, что практически все они имеют музыкальное образование и по мере возможности стараются вкладывать имеющиеся знания в аранжировки песен. С 2005 года «Аллергия» активно гастролирует. И хотя чаще всего это участие в различных музыкальных фестивалях, в том числе и таких представительных, как «Молодая хвыля» и «Млечный путь», в активе группы есть и достаточное количество сольных концертов. Сами участники коллектива считают, что все самое интересное в творческом плане у них еще впереди. Ведь, как известно, рок жил, жив и будет жить.